Всем привет, я Даша, и в этом видео я стану мамой на один день. Ого, смотрите, этот малыш хочет соски. Вот это да. Это меня почему-то... У меня задается вопрос. Как мы его назовем? Но мне кажется, давайте мы его назовем. Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то я назову малыша Михаил. 3, 2, 1. Молодец! Я назову малыша Михаил. Михаил, здравствуй! Так, ладно. Нам нужна соска. Так, здесь у нас ванна. Окей. Туалет, ванна, в принципе, сама. Так, здесь нам нужно помыть соску. Окей. Окей. Угу. Так, вот соска, в принципе, давайте ее берем. Так, мы прям захватываем ее. И давайте мы ее помоем. Нам здесь говорят, что нам нужно помыть соску. Окей. Может быть, здесь ее помоем? Ладно, не буду. Так. Все, давайте. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, моем, моем, моем. Отлично. Отключаем. Так, теперь втыкаем. Все, выполнено. Все. Ура! Я выполнила! Я дала соску этому ребенку! Михаил! Так, Михаил, что у тебя там приключилось? О, божечки мой! Ты нафокал штаны? Вот это да! Ой, здесь так пахнет! Вообще ужас! Я даже смотреть на это толком не могу! Здесь просто все зеленое. Ну, Михаил, ты даешь. Вот это ты нафукал. Так, блин, а что я... Так, ладно, давайте закроем лучше с чистыми, чтобы там не какие-то... О, здесь баскетбол, давайте берем, прям попадем. Так, и... Да, первая попытка была удачная. Так, ладно, давайте закинем. Так, давайте, так, закидываем. Почти, почти. Окей, закидываем второй раз. Не получается. Так, давайте так тогда. Почти тоже. Падает вообще, как это так? Опять упало. Ладно. Так, закинем. Да все равно, вы только посмотрите, у меня просто все коричневое. Ладно, так, берем. А, нам нужно сначала порошком этим насыпать Михаилу. Ах, что-то это уже не нравится. Так. Окей. Михаил, как там все дела? Да, вроде бы нормально. Окей. Да, быстрее мне сыпь этого порошка. Ты что так разговариваешь, Михаил? Мне нужно тебе всего лишь порошка насыпать. Ай. Ладно, давайте выкинем. Выкинем эту к черту. Так, ладно. Одеваем памперс. Поздравляем! Окей, спасибо. Что поздравили? Ага. Смотрите, здесь у нас нужно ему соску. Михаил, ты что, кушать хочешь? Да, кушать хочу. Пожалуйста, побыстрее мне принеси. Даже не принеси, а подай. Ну, Михаил, ты даешь. Ну, вообще-то, у меня все хорошо. Ну, окей. Смотрите, он хочет соски. О, и где я это его возьму? Давайте побежим. Так, здесь у нас коробка. Что-то я пока что в коробках возить не хочу. Так, вот второе действие, как раз таки. Берем вот эту вот банку, и давайте ее моем. Отлично, она у нас чистая, там даже медвежонок нарисован. Ты че упал? Она опять стала грязной. Чего? Ну неужели, когда каждый раз, когда я ее буду ставить, она будет становиться грязной? Как это так? Так, ладно, давайте вторую моем. Надеюсь, она сейчас у меня не упадет. Вон там вообще мне Михаил плачет вообще. Ах. Вот тебе соску сейчас и дам ему, чтобы уже голова так сильно не болела. Михаил, успокойся, я тебе уже несу эту соску. Бегу к тебе.
А где еда? Еда скоро будет, будет. Сейчас я принесу, принесу. Ты что так переживаешь? Все. Так, что там у нас где? А, точно, я же бутылку еще не помыла. Так, третье действие. Нам нужно налить воды. А, я... О, мне все упало. Ладно, мне нужно опять все мыть. Хорошо, давайте помоем. А то этому Михаилу надо все чистое такое. Поэтому давайте просто включим воду, естественно. Так, берем, наливаем. О, ты куда падаешь? А ну-ка, давай я сейчас налью воды. Ой, у меня везде течет вода. Там, 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 там. Это очень странно, на самом деле. Так, все. Вроде бы я налила воды. Хотя не особо, кажется, что я не налила воды. Так, все, ладно, выключаем. И где же та соска? А, вот. Ну, вот эта, которая из бутылки. Так, давайте-ка все-таки помоем ее. Отлично, мы ее помыли. Может быть, тоже наберем воды в эту соску? Я ее опять выбросила. Да, лучше с этим не играться. Поэтому давайте все помоем. Отлично. О, я опять ее уронила. Что это такое? Я уже ее третий раз ранее. Там что, у тебя все нормально там? Да вроде бы норм. Михаил себя чувствует отлично. Поэтому давайте еще раз помоем соску. Так, все, ну вроде помыли. Так, и давайте здесь еще для профилактики. О, чего? А, я думаю, я сейчас ее опять уроню. Уже испугалась. Так, четвертое действие. Нужно какой-то порошок добавить. Порошок в эту штуку? Окей. Меня только это все смущает, это очень странно. Я хотела уже засунуть туда. Так, слушайте, и где эта ложка? А, здесь сразу дают. Так, ладно. Давайте насыпем туда. Вот так. А чё, а как? Ой, ну я ее уронила опять. Все поставила, отлично. Я уронила и сразу ее поставила. Да, я опять ее уронила. Что это такое? Я здесь порошок уронила. Боже, что я все роняю? Так, ладно. Давайте... Ладно, все, порошок мне уже не нужен. Ладно, все равно возьмем его. Так. И теперь давайте просто насыпаем этой фигни. Она опять упала. Что это такое? И куда мой порошок делся? А вот он, блин. Как мука. Похоже на какой-то порошок, знаете, для стирки белья. Так, все, насыпаем. У меня опять упало. Ну, Даша, ну, знаете, у нее руки не оттуда растут. Поэтому, сами понимаете, он там плачет, ну, ё-моё. Теперь давайте все, я там уже, наверное, переполнила этим порошком. Давайте еще воды нальем, чтобы точно все получилось. Потому что мне уже надоело с этим ходить. Если честно, с этим порошком, с соской. Поэтому давайте берем... Выключаем воду. Оп. И идем к Михаилу. Михаил, здравствуй. Здравствуй, ну давай уже быстрее еды. Отлично, я... Ой, я чуть не уронила ее опять. Так, давайте поставим сюда еды. Соска тебе не нужна. Поэтому я ее выброшу. Оп, смотри сейчас. В кровать ему кину. Он плачет, нужно быстрее ему давать еды. Конечно, он проголодался. Ну, спасибо, хоть что-то ты сделала вовремя. Вы видели, как он кинул? Вот это да. Вот это ребенок. Тебе соска нужна? Ой, блин, ее и помыть надо опять. Ну, что такое вообще? Так, ладно, моем. Так, и теперь здесь моем. Тоже для профилактики. Так, все отлично. Отлично, поздравляем, ваш счет. Одна минута? Чего?
Вау, посмотрите, какая вы красивая. Так, здравствуй, Михаил. Нормально, нормально. И здесь даже такие игрушки есть. И такая уточка, знаете, мне кажется, у всех уточки были или все знали про них. Ой, ну какая прикольная эта улица вообще. Кровать тоже прикольная. А что, шкаф открывается? О, он открывается. О, смотрите, здесь прятаться можно. Так, ну, Михаилу нужна соска. Ой, и я ему грязную дала. И он ее выбросил. Попробуй еще разок, почему? Дай мне соску. Ой, ну держи, ну тебе еще нужно ее помыть, а потом... Вау, вот это да. Ну, видимо, мы только переехали, как вы заметили, потому что у нас стоят коробки. А здесь у нас кухня. И здесь нам нужно помыть соску. Это мне кажется понятно. Так, ну только мне ее нужно не себе в рот таскать, а нашему малышу. Так, здесь хлеб лежит, сосисочки. Отлично. Держи, Михаил, держи. А я пока что хлеба хлябну. Да и сосиски три за это сейчас закину. О, все, теперь вроде бы нормально. А здесь что, ванная? Вау, какая шикарная ванная. Хотя, ну, нормально, ванна. Нормально. Так, здесь куртки, ну здесь баскетбол, знаете. Ну, типа не баскетбол, а знаете, типа закинь в корзинку. Так, ну здесь так прикольно. Здесь, кстати, улица такая анимешная. Так, ладно. И где же у нас бутылка? А, вот у нас бутылка. Окей, давайте ее, наверное, помоем. А, блин, я опять проголодалась. Да, Михаил, извини. Я уже есть хочу, и уже соску хочу тоже. Пожалуйста. Пожалуйста, соски. Конечно. Чего? Это очень странно. Давайте теперь эту соску опять намыть, представляете? Сколько всего нам нужно помыть? То бутылку, то вот эту соску, потом вторую соску. Вообще уже. Мне это надоело все. Так, ладно, все, держи тебя за эту соску. Вроде бы он счастлив уже. Сейчас это хлеб, оп, сосиска, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот только сейчас оп. И все. Так, ты что хочешь? Он хочет соски. Ой, не соски, а еды. Ну, я же говорю, иди, ха, хочу еды. Ну, только не ха, хочу еды, а я хочу еды вообще там, Михаил. Так, ладно. Теперь мы должны помыть вот эту вот банку. Может быть, сразу все вместе помоем? О, нет. А, да. Вот это да. Мне даже это так нравится. Теперь берем. Блин, я опять есть захотела. Только у меня еда уже не осталось. Да. Вот это да. То есть нужно будет делать еще все быстрее, потому что у меня еды очень мало. Только сосиска, хлеб и хлеб. Так, берем соску. И моем ее, чтобы наш малыш не заплакал. Ну, точнее, Михаил. Так, Михаил, ты где? Я здесь, давай мне просто соску. Окей, я тебе уже дала ее. Так, теперь хлеб. О, оп, ты сразу три куска хлеба. Это уже мне стандартно. Так, теперь давайте... Ой, я, кажется, перепутала. Я забыла помыть. Я сразу начала уже наливать то, что нужно. У меня опять мало еды. Так, ладно, все бросаем. Так, ладно, ну не сильно бросаем. Так, сосиска, сосиска, сосиска. Так, вроде бы еще немножко подкрепились. Здесь еще еда. Вот это да. Отлично, тогда мы вообще с вами справимся. Надолго прям. Кстати, здесь две соски. И посмотрите, сколько у меня теперь много еды. И теперь я могу вообще не заморачиваться с этой едой. И потому что это будет несложно. Теперь берем эту бутылку. Ставим ее. О, она не поставилась хорошо. Ага. Ага. Так, тебе... Ты же соску хотел. Он ее выбросил? Чего? Что ему не нравится? Окей. Давайте ставим. Открываем.
Теперь... О! Чего? Я сейчас просто порошок, получается, полностью высыпу. О, боже! Даша, что такое это? Растяпа! Так, ладно, еще надо хлеба закинуть. Я сегодня все роняю. Ну, еще раз повторяю, ну, вы знаете, откуда у всех растут руки. Ну, может быть, не у всех, но у меня точно. Ну, прекрасно все знают. Так, ладно, все, я вроде порошка уже насыпала, надо ему еще в рот, наверное, насыпать. Хотя не, ладно, давайте. И так ей попало? Нет. Ну, конечно, кто бы думал. Так, уже там плачет ребенок, что же делать? Надо бегом к нему. Мне не нравится такое. Что тебе не нравится? У меня еды мало, алло. Михаил, ты что? Я тут стояла тебе на кухне, все делала, а ты просто так мне еды. У меня уже 3 вишенки осталось, ты что? Вот, вот последнюю вишенку я ем уже. А тебе все, мне не до шуток, у меня 3 вишенки осталось, я тебе еще раз повторяю. Давай тебе еще воды налью. Может, тебя так устроит? Так, ладно, все выключаем, и давайте ему принесем. Нет! Оно все вылилось. То, что я делала, оно все вылилось. Ладно. Может быть, капелька там осталась, потому что я уже не выдержу. Ну, говорю же, там уже ничего нет. И что же мне делать? Я даже не знаю. Так, ладно, берем эту бутылку. Наливаем еще воды. И я сейчас захочу кушать. А у меня еды вообще нет, да. Попробуй еще разок. Конечно. Этот Михаил столько много хочет и есть, и столько много всего мне хочет. Ну, то есть не мне хочет, а столько всего много требует. Вообще. Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы посмотреть новое видео. Ну а пока, переходите смотреть следующее мое видео. Увидимся там.